С днем рождения, Коля! Я никогда не а, в общем, мы отмечаем, откроем сезон. Energy Jam, привет! Все, мы вернулись. Браво! По-другому бы не стало. Вот так прям адреналин, знаешь, закипает какой-то. Привет, Илюшечка! Как твои дела? Хорошо, у тебя. Сто лет ты тоже не видел. Я тоже. Ну, Коля, день рождения, я ем. Мне застроили всю херню делать. Мы вернулись. Сезон открыт. Значит, колбасы. Которую не почистили. Коля кто? Это встреч! Это не для камеры. Так, значит, ты скажи. Только он там ям. Дорогой наш любимый Коля. Друг. Смотри на нас, пожалуйста, а не на стену. Да? Коля. Это как люди относятся к стене. Нет, нет, Илья, вот это нельзя снимать. Нет, нельзя снимать. Ну, серьезно, пожалуйста. А это что, типа сразу на стену надо клеить, так, Маша? Да. Ой, мамочка. Коля, на стену. Это врачей. Веселый. Это счастливый, а не веселый. Милый, смотри, Катя. А, это тень. Класс. Девятый. Мы фоткались на папку в тот день. Зачем я пошла? Я проваливаюсь еще. Если что. Иди ко мне. Иди, иди, малыш, на. Держи. Ну не бойся. Я не хочу, уходи от меня. Ну как он тебя хочет? Нет, он запутался, смотрите, я его выпила. А, у меня доска вместо ног, я не могу убежать. Здравствуйте. Что ты чувствовал во время съемки? Я чувствовала себя ужасно. Покажи удивление. Остановите его. Нет, нет. А страсть? Нет. Со старостью сексуальность. Кнопка родового проклятия. Короче. Кнопка смертной порчи. А можешь еще управлять им, слышишь? Точно, я буду тобой управлять. Ставь мне за счет ПКСЕ. Вы же ничего не видите, как можете расписываться. Потому что это порча. Это порча? Подожди, вот что, бутылки тоже там были в окне. Лене, вот отсюда. Прямой репортаж. Смотришь, да? Прямой репортаж. А, вот. Везем продукты домой. Тележку все находим. 19, значит, марта, вот. У нас получает. Очень хороший магазин. Убери руку, покажи. Прорекламируем фирму. А там все, тележку, да? Вот теперь для помогу. Тележку мы закроем. Мы так тоже смеялись. Да, это не лодки, но для них датчики. Скраб. Так, Александр, а он уже. Нам надо отвезти нас за машинушку. Брат, я тебя сегодня спалю. Халка, короче, картошку. Да, нет. О, да, пошли, мужики, готовят сами. Ну, да, что это за блюдо готовится? Свинина. Свинина на лучшей поджаренной на сковородке со специями, с лимончиком, с булами. Обожаю просто, я просто обожаю краны, где из холодной течет горячее. Нормально. Мясо.
Какой мы сегодня праздник отмечаем, брат? Что? Какой праздник мы сегодня отмечаем? День земли. День земли? Да. Ваня, у тебя есть сахар? Да, конечно. Жень, ты не закрыл кран? Ой, он не закрывается. Спасибо большое. Я, как обычно, готовлю чай. Мы сходили за ананасиками, ходили за завитушками, купили торт. Сам плохой, потому что нету горчицы и хрена. Я обычно делаю хрень, лимон, горчица. Мясо получается белое. Оно мягкое, оно будет в любом случае. Мы попробуем. Чашка перед носом стояла. Молодец! Дай прокатить. Но мне кажется, сыровато. Сыровато? Ну, это мое личное мнение. Всем привет, меня зовут Катя, и меня называют Баринова дочка. Посмотрите, какой красивый закат! Закат! Я такая же красивая, как закат. Посмотрите. Нет, ладно, я хуй, чем закат, но закат вообще офигенный. Ребята, вы не видели такого заката никогда! Посмотри, небо розово-голубое, фиолетовое. Ребяточки, я вас целую, люблю, обнимаю. И пускай руки Илюши немножко трясутся, но это не страшно, потому что у него красивый айфон. Кать, ты скоро? Что? Как ты не можешь открыть? Открывай. Да, ты можешь открывать? Привет! Так, я закрыла, я пальчик. Я так закрыла. Там кто-нибудь есть? Так, замерзли. Просто вообще. Тебе шарфик дать? Рябина! Рябина или клюква? А как клюква выглядит? Мы проводили детский праздник вчера. Она была феечкой, я была злой колдуней. Там была девочка, она все время говорила, а моя бабушка Марина! Она не такая. Она не так говорит. Моя бабушка Марина. Голос из преисподней сейчас так говорит. Катя, а волшебное Катя... слово? Пожалуйста. Нет. Нет, скажи, Катечка, она самая красивая, самая хорошая. Хер. А теперь бегаю по камеру. Уже сама, да? Начинается. Фон мы стягиваем с тренинг. Тебе что-нибудь на видео сказать хочешь, да? Нет. Это вот, вот, вот это. Ухо, как стрельнуло. Мягко, а я ей, короче, под коленочку, она аж присела. И мы сильно считали. Спихари. Мы отмечаем день рождения нашего накачанного друга. Какого? Накачанного. Просто ты не часто готовишь шашлык, на самом деле. Просто на самом деле этого никто не видит. Он готовит мясо. Такой. То сейчас он придет, и мы будем вообще отмечать. Я ем. Как обычно. Ничего, никого не удивило. Ешь как ешь, давай дальше. Днем рождения, Кирилл. Счастья, тебе здоровья. А. Ой, я ушла. Кирилл, я поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе всего того, что тебе пожелали предыдущие ораторы. Хочу, чтобы ты вырос... Мешай мне. Чтобы ты вырос большой и сильный. Чтобы ты вырос большой, ты уже сильный. Здоровья тебе побольше, Кирилл. И, ну, пора бы уже как бы начать, ну, все остальное. А я придумала, да. Мне кажется, это не надо смотреть, не фотогенично. Ты что, ты смел? Она, в принципе, не нужна, правильно? А куда пошла? Ты хочешь его лично поздравить или что? Бля, у него голова не вызывает.
Дорогой Кирилл. Камерный. Хочу тебя поздравить с днем рождения. Ты год мне на это взять? Ты за... Мы с тобой знакомы практически год. За это время ты мне стал очень близким другом. И тебе желаю быть таким же сильным, мужественным, ответственным, хорошим, самым-самым лучшим. Что ты нашел наконец-таки свою половинку, стал чуточку добрее, милее. И не кричи на меня, что я плохой профорк. Я обязательно исправлюсь в следующем году. Все. С днем рождения. Я тебе пожелала того, что пока... машину, Кирилл, машину! Хочет ли его пиво? Я уже сказала, пусть родители просят. Пойдем, что это? Скажи, папа, мама, мне пора. Уже. Не на Волге. Короче, днем рождения. Что, говно? Маш, на всех видео ты делаешь в интернете. Это тоже уже традиция. Еще что-то будет. Сейчас будет Хитман. Сейчас будет что-то. Пока, пока. Нам как-то Да не. Да нет, пойдем. Пойдем сходим. Нет. Саня, ну мы парню покажем. Нет. Жень, найди ножницы. Все. Ау. О, господи. Тихо, ухо. Волосы. Стой. Только не плачь. Ой, тут еще...